Ребята из 170-й школы уверенно держат свои удостоверения. Теперь они настоящие кадеты. К важному и особенному дню принятия присяги готовились с начала учебного года. Командиры, несмотря на праздник, призывали своих подопечных не расслабляться, не забывать про учебу, быть сдержанными и уверенными. То, что надо спокойно, не волноваться. То, что надо собраться с мыслями. У нас есть, как в обычных школах, русский, математика и так далее. У нас после уроков построения, строевые подготовки, и нас еще там по урокам много чему учат. Для кадетов 170-й школы уже и стен учебного заведения мало. Присягу принимают в Парке Победы. Теперь это новая традиция. А в этот раз присяга и вовсе особенная. Торжественная церемония проходила под присмотром генерала армии Александра Баранова. Я рад, что у нас в городе Самаре есть такие руководители, которые подходят к воспитанию молодежи не только как педагоги, а как воспитатели. Патриоты и воспитывают действительно патриотов молодых ребят. В 170-й школе кадетство развивается уже 17 лет. За это время более 150 учеников выбрали карьеру людей-служивых, закончили военное училище. Все выпускники с удовольствием вспоминают свои кадетские годы и постоянно приходят в гости к учителям и офицерам. Очень много ребят, которые действительно служат отечественному военному поприще, приезжают каждый год неоднократно в школу, чтобы еще раз сказать спасибо своим воспитателям, офицерам и учителям. Всего присягу принял 71 кадет. Теперь школьников ждет долгая и упорная, но уже полюбившаяся за такой короткий срок служба. Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.